С самого утра в поликлинике на базе Республиканской клинической больницы не протолкнуться. Прием ведут специалисты из Южного окружного медицинского центра. Всего один день медики из ведущего медицинского центра Юга России проводят отбор пациентов, которые смогут потом пройти лечение в этом же центре. Наше учреждение, Южный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства, крупное многопрофильное федеральное учреждение, которое оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь жителям Южного федерального округа. Поэтому мы максимально заинтересованы в большой географии охвата, да, то есть есть у нас пациенты из Крыма, из Калмыкии, вот сейчас впервые приехали к вам сюда, в Карачаево-Черкесию, для того, чтобы отбирать пациентов именно для оказания высокотехнологичной помощи, которую мы оказываем по 12 медицинским профилям. В своей работе специалисты опираются не только на значительный опыт клинической практики, но и на последние достижения в современной медицине. Поэтому пациентам предлагают самые эффективные методики лечения на лучшем оборудовании. Мы проводили прием пациентов поликлинических по всем профилям хирургии, абдоминальная, хирургия щитовидной железы, проктология. Приняли очень много пациентов, большинство из них уже записано на госпитализацию последующую к нам в отделение. У нас есть возможность выполнять операции на высокотехнологичном оборудовании, что позволяет сократить сроки госпитализации и объем травматизации непосредственно при выполнении самого оперативного лечения пациента. Попасть на прием к специалисту мог любой желающий в порядке живой очереди. Из общего списка пациентов были отобраны те, кому медицинский центр предлагает пройти лечение совершенно бесплатно. Дальнейшее лечение будет, безусловно, бесплатным. Мы работаем в системе обязательного медицинского страхования, то есть любой гражданин РФ, кто имеет полис страховой, может у нас лечиться. И высокотехнологичная помощь, она оказывается по квотам, в том числе федеральным квотам. Выездные консультативно-диагностические мероприятия специалистов Южного окружного медицинского центра в регионы будут поставлены на поток. И ростовские медики будут частыми гостями в нашей республике. Ренат Ибрагимов, Роман Нагаев, Архыз 24.